Непарламентские страсти в Верховной Раде. На депутата Александра Вилкула напали прямо на трибуне. Радикальным народным избранникам не понравилось, что Вилкул выступал на русском языке. С чем боролся, на том и попался. Чиновник, представляющий Украину на антикоррупционном форуме в Лондоне, скрыл, что является собственником двух квартир, расположенных как раз в этом городе. Не указал их в декларации и уже стал объектом проверки прокуратуры. Это глава фискальной службы Украины Роман Насиров. Недавно он как раз опубликовал данные о своих доходах и активах, но, видимо, забыл, что является владельцем неплохих апартаментов в британской столице. Во-первых, это просторная трехкомнатная квартира на севере Лондона. Сегодня ее стоимость превышает 240 тысяч фунтов. Это как раз в 240 раз больше, чем зарплата чиновника за весь прошлый год. А в другой квартире, принадлежащей Насирову, зарегистрирована британская компания его жены. Правозащитники сообщили об этом в украинскую прокуратуру, и она начала доследственную проверку. Но это не помешало чиновнику выступить в качестве борца с коррупцией. Добавлю, сначала на антикоррупционный форум должен был ехать Петр Порошенко. Но тут весьма не кстати выяснилось, что он использовал офшорные схемы, регистрируя свои украинские активы в Панаме.